так называемый Бэгмен, монстр, присутствующий практически в каждой культуре. И что любопытно, его методы везде описываются одинаково. Согласно легендам, он ест детей, причем охотится в основном за самыми послушными. Он питается тревогой и страхом своих жертв. Заманивает их к себе в пещеру игрушками и конфетами. А когда ребенок уже на грани паники, уносит его в мешке. Бэгмен? Старая страшилка. Нас Лемом отецом часто пугал. Я жутко боялся, что он постучит в мое окно. С тех пор, как мы вернулись, мне все время кажется, что Джейка украдут. Джейк, ты как там? Он правда существует. Вот он я! Куда ни беги, где ни прячься, он всегда тебя найдет.